Добрый день, уважаемые любители футбола. Завершился матч первого тура, в который наша команда принимала Раменский «Сатурн». Игра завершилась поражением со счетом 0-3. На после матча пресс-конференции первым предоставляет слово главному тренеру команды гостей Дмитрию Вячеславовичу Сережкину. Дмитрий Вячеславович, первым делом позвольте вас поздравить с днем рождения. Вот. А вот сейчас переходим к игре. Так понимаю, лучший подарок сегодня сделала ваша команда. Что вам нравится? Да, ребятам большое спасибо, постарались. Хотя я не скажу, что простая игра, да, 3-0 счет, но на самом деле игра непростая. Особенно начало матча. Наверное, какое-то волнение присутствовало у ребят. Несвойственные ошибки допускали многие. Поэтому и соперник имел неплохие моменты. Хорошо там, как я просил ребят, доиграть до конца внимательно. То есть доиграли, не дали... Не пропустили мяч, ну и потом создали неплохие атаки, которые использовали. То есть мы мастерские. Первый гол забит был мастерский. Исполнение, конечно, и передача, и исполнение нападающим. То есть здорово. Первый гол, можно сказать, что повлиял в данном случае на нашу молодую команду, и вашей было проще развивать свои атаки? Я думаю, да, потому что преимущество до первого гола было все-таки на стороне Строгино. Это его владение мячом, да, и по опасным моментам. Не могли мы выйти где-то из обороны правильно. Но первый гол, как только правильно вышли, сразу создали какой-то момент. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Отсутствие капитана Королева с чем связано? Отравился накануне, прям вчера был в строю и за ночь что-то, наверное, съел. Уже отметил день рождения. Второй вопрос. Замена Семячкина вызвана травмой или решили? Ну и травма, да, это раз. А во-вторых, надо, конечно, готовиться. Ну, во-первых, счет позволял, чтобы ребята чуть-чуть тянулись. Ребята молодые на его позиции, да, там, допустим, Потапов Андрей вышел. То есть почувствовать скорость какую-то, единоборство, вот эти вот, пока позволяет счет, то есть игра. Еще вопрос. А сегодня было в стартовом листе 4, да, новичка. Как я помню, как вообще оценивать игру новичков в команде? В данный момент оценим хорошо, конечно. Те ребята, которые сегодня играли в стартовом составе и ходили на замену, которые пришли, да, я считаю, что они нас усилили. Конечно, нам надо еще подкрепляться, но здесь то, что есть на данный момент, ребята сыграли здорово. И по сборам, и по сегодняшней игре, то есть ошибок не было, старались, играли в свою силу. Царёв подняли из второй команды. Есть ли там еще какие-то игроки, на кого вы смотрите? Ну, игроки, безусловно, есть. Не сказать, что их много, да, но есть. Ребята сейчас приходят. Это тренировочный процесс мы включаем с молодежной командой. Поэтому, ну, опять же, как только они вырастут, будут сильнее, будут играть. Все очень просто. Кто сильнее, тот играет. Все, спасибо. Спасибо.